Очень красивые платья, интересная фотосессия. Снимались в ТЦ «Аура», платье от Top Dress, специалисты очень хорошие по визажу, прически великолепные. С некоторыми участницами, да, пока ждали, уже познакомились. А может быть, уже есть, кто тебе не понравился? Имя не запомнила, честно. Объемные волосы, с кафе была девочка, рыженька. Очень было ее много. Вот так, у тебя канал. Еще вниз возьми взгляд. Назови три произведения Пушкина. Евгений Онегин, «Капитанская дочка» и Руслан и Людмила. Назови имя, фамилию Гоголя. Николай Васильевич Гоголь. В каком году началась Вторая мировая война? Вторая мировая война с 1939 по 1945.